Первый наместник премьер-министра Республики Беларусь Миколай Снапко наведал гомельский тлушчевый комбинат. Уполноваженный представник президента по Гомельской области погутарил с коллективом о проблемах и перспективах одного со старейших предприемств Гомеля. При этом диалог с работниками завода закранул не только тему промысловости, подробязностями володая Миколай Скинтиян. С минулого года на Гомельском тлушчокомбинате проходит санация. Становище, у яким опынулося предприемство, ледь не довело его до банкротства. Але мероприемство по финансовому оздоровлению приносит корысть. Поспехи отзначаются на высшем державном уровне. На самом деле антикризисный управляющий, хоть это обычно в экономической среде уже стало имя нарицательное, здесь удачный выбор, один из лучших, на мой взгляд, один из немногих, на мой взгляд, успешных антикризисных управляющих в стране, который прекрасно показал себя еще на Калинковичском мебельном предприятий, и динамика предприятия очевидно положительная даже по сравнению с прошлым годом. Санация – процесс складанный. Немагчыма хутка позбавиться от усіх проблем. На сегодня головные перешкоды у жыцці предприемства связаны с внутренним рынком и великой конкуренцией на им. Относины с гандлевыми партнерами потребуют регулирования. Тем не менее, достижения опошнего часу позволяют задуматься об замежном супрацовництве. У якости этого рынка Миколай Снапков бачит Китай. Былы надзвычайный посол у Поднебесной упэўнены. Реализация господарчага мыло в этой краине мае фантастичный потенциал. В Китае его воспринимают как мыло ручной работы. Я думаю, что его таким образом надо и позиционировать, соответственно, дорого продавать. И, соответственно, опять же, в рамках поручения президента мы, в том числе это предприятие, будем продвигать на китайский рынок в сети. Именно в сети, потому что не хотелось бы терять добавленную стоимость через посредников. Размова вице-премьера с коллективом тлушчокомбината вышла за рамки обмеркования стану справ на предприемстве. Сярод головных тем – ситуация с коронавирусом и будовництво новых объектов, как областного, так и республиканского значения. Скажите, пожалуйста, когда планируется пуск белорусской атомной электростанции? Нет, меня интересует лично. Еще одно хвалюющее питание – развитие предпринимательства. Миколай Снапков заявил, каб допомогши бизнесу, хутка у регионах з'явятся новые центры экономичного развития. Планов на будущую сапраўды шмат. У их лику системная допомога таким предприемствам, как Гомельский тлушевый комбинат. Вытворчасти, которые сутыкнулись со складанностями, потребуют контролю и поддержки сбоку державы. Миколай Скинтиян, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель».